Якщо от дивитися, яким чином змінити ситуацію, ми бачимо, що потрібні реально нормальні політичні партії, ідеологічні, які не за гроші йдуть до Верховної Ради чи до якихось державницьких посад. Якщо ми подивимось на життєдіяльність молодих партій в Україні, з вашої точки зору, я розумію, що у вас є певний досвід з цього приводу, що заважає молодим партіям все ж таки прийти до влади? Адже ми просто бачимо, що реально дуже мало зараз реальних політичних партій, які мають хоч якусь ідеологію, не кажучи за якусь конкретну. Если начинать с самого начала, что же делать в этой ситуации? Я хочу сказать, я вот в этом скандале с Зеленским, для меня ну, Зеленский и Гончарук, как представитель грантовых структур. Для и меня... НБУ-то, как представники... Абсолютно точно. Но это то, что НБУ во многих странах мира не подчиняется главе государства и вообще является иностранной коммерческой структурой. Это не секрет, просто многие могут открыть, это не является тайной. Поэтому это не так страшно. Вопрос в том, что у нас все правительство подчиняется правительствам других стран. Так вот, что же делать в этой ситуации? Я очень сильно ожидал, что все-таки президент Зеленский начнет проявлять как бы признаки государственности, ну, то есть государственного политика в действительности. И решится на момент, понимая, что у него эти представители грантовых структур просто отнимают рейтинг, что они нивелируют там все достижения, я имею в виду на выборах все достижения, других достижений Верховной Рады я не вижу, откровенно сказать. А вот то, что они хорошо прошли выборы, это да, получили очень большую поддержку. То есть они нивелируют поддержку депутатов Верховной Рады. Депутатам Верховной Рады приходится помимо вызова проституток в Верховную Раду еще оправдываться за кабинет министров, почему он так себя ведет и так далее. То есть я ожидал, что Зеленский и круг людей, его соратников, проявят государственное мышление и начнут выносить представителей Сороса. И это начнется достаточно активно. Конечно, может быть, я по-наивному думал, что это начнется именно сейчас, потому что у многих стран на это ушло десятки лет, чтобы подготовиться к этому процессу. Но так это и не произошло. Ну, то есть, в действительности, Зеленский повторно дал мандат доверия на разграбление страны. И как бы весь этот снежный ком покатился. Угу. Перейду ко второй части вопроса. Что же делать? Политические партии молодые. Во-первых, в нашей стране, в Украине, так построена система политических партий и контроля за политическими партиями, которые делают невозможным возникновение любого политического, нового политического движения, молодой политической партии, которая бы могла повлиять на политику в Верховной Раде, либо войти в Верховную Раду. Ну, естественно, без там, упаси Боже, трупов на Майдане. Только вот это смешивает как бы этот коктейль. О чем я говорю? То есть так построены законы, которые запрещают финансировать молодую политическую партию, производят контроль за финансированием этой политической партии, производят репрессии от силовых структур, таких как СБУ. Ведь не секрет, что в СБУ есть несколько департаментов, которые занимаются политическими партиями, политиками, спикерами и журналистами. И для вас это тоже не секрет. Которые очевидно, любое возникновение политической активности рассматривают как угрозу действующей власти. Так вот, отвечая на вопрос, на сегодняшний момент без изменения законов не появится никакой молодой партии. Не может этого быть. Для того, чтобы до момента, что власть ее не задушит сразу же, не запретит регистрацию, либо не продлит эту регистрацию. Просто так заточен механизм. О чем я сейчас пытаюсь сказать? Ну вот смотрите, самый простой пример. Собрались, к примеру, несколько тысяч человек, которые решили сделать молодую политическую партию с идеологией, что нужно изменять страну и все остальное. Угу. Сейчас наша власть принимает новый закон для того, чтобы при участии в выборах молодой, не молодой политической партии, за участие в выборах ей необходимо заплатить уставные деньги, которые там, к примеру,
уйдем даже от цифр. Не будем рассматривать 70 или 80 миллионов для молодой политической партии, много это или мало. Но уставные деньги сумасшедшего, космического размера. Ведь нужно отчетливо понять, что молодая политическая партия возникает, это отбросим как бы старую практику в Украине, когда политическая партия возникает по щелчку пальцев олигарха какого-то. Мы же рассматриваем с вами идеальный случай, что олигарха нет. Так, так. А откуда деньги в молодой политической партии? Причем такие космические. И вот эти законы создаются не случайно. Когда наше государство принимает уставные деньги и отсутствие финансирования от государства политических, молодых политических партий, не парламентских партий, оно закладывает условия, когда в эту политическую партию может в любой момент прийти проверяющий орган и сказать: «Цап-царап, откуда у вас эти деньги?» Естественно, возникнет вопрос, что там есть донор. И сразу подключается служба безопасности, налоговая инспекция, которая проверяет... Это блокирует, по сути, деятельность фактично политической партии. Мало того, что блокируют деятельность, но еще делают таким образом, чтобы любой, кто инвестировал в эту партию, внес определенные деньги на благое дело, зачморить его, извините за мое французское слово, до такой степени, чтобы он этого в жизни больше никогда не сделал. Когда к бизнесмену начинают приходить налоговики, вызовы в суд, подключается СБУ и начинает спрашивать, а зачем ты вносишь туда деньги, это происходит сплошь и рядом. А не каждый человек может сесть с сотрудником СБУ за один стол и сказать: а какое это ваше, извиняюсь, дело, почему я туда вношу деньги? Какое это дело, что этим занимается СБУ? Понимаете, так заточена система. Поэтому, когда мы говорим об этом, вот на сегодняшний момент, для молодой политической силы это безнадега. Вот на сегодняшний момент. Потому что систему эту можно только демонтировать. Вот она специально так, не нужно думать, что она плохая. Она специально сделана так, чтобы никаких больше политических движений, кроме тех, которые существуют в Верховной Раде, или нам близкие к ней, больше не существовали, не возникали. Ну, так называемый клуб там 12.